Раз в год обязательный осмотр и техническое обслуживание. Газовое оборудование внутри квартир требует постоянного внимания. Иначе не миновать несчастных случаев. Так уже в этом году их произошло 4, пострадало 7 человек. По адресам, куда давно не приходили специалисты газовой службы, отправилась жилищная комиссия. Здравствуйте. «Газпром», «Газораспределение Чебоксары», «Газпром», «Межрегион», «Газ Чебоксары». Проверяем состояние технического обслуживания и просим вас заключить договор на техническое обслуживание. Газовую колонку здесь установили около 5 лет назад. Сначала договор на обслуживание был, а затем хозяин решил его не продлевать. Я по жизни сам перебирал колонки все. И сам смотрел за колонками. Все-таки, как говорится, и отец мой также сам все работал, все сам делал. Практически ничего там сложного нету. Они появятся, раз-раз, ветер проверят, все, ушли. Это за что такие деньги платить? Это раз-раз техническое обслуживание, которое может спасти от пожара или отравления газом. Утечку, например, глазом не уловить. Бывает, что и запаха не чувствуется. Проверка на утечку соединений. Проводим газоанализатором. Проверяют и внутренности колонки, чистят горелку от пыли. Когда ее наберется много достаточно, может вместе с пламенем и вспыхнуть эта пыль. В общем-то, может тоже привести к последствиям, там, к пожару. Поэтому ее вовремя надо прочищать тоже. Не секрет, что на территории Российской Федерации то в одном, то в другом субъекте происходят несчастные случаи. Происходит взрыв бытового газа, либо люди угорают от продуктов горения, которые концентрируются в квартире. Ну, вот с этой целью, конечно, вот эти наши мероприятия, думаю, принесут пользу. Здесь газовое оборудование в порядке. Договор на обслуживание хозяева заключили. В другой квартире ситуация серьезнее. Помимо того, что пора менять шланг и гофрированную трубу, обнаружилась слабая вентиляция. Слабая вентиляция. Разобраться и прочистить вентход смогли на месте. Больше вопросов вызвала перепланировка. По правилам, кухню от жилой комнаты должна отделять дверь. И что самое опасное, розетка находится прямо над газовой плитой. По мелким нарушениям предписание о газовой плите – отключение. Вот уже выявили нарушение: перепланировка, установка вытяжных вентиляторов, установка кухонных вытяжек. Это очень опасно. Очень опасно. Смертельные случаи в этом году уже были. Что творится за закрытыми дверьми, остается только гадать. Сюда комиссия наведается еще раз. В ближайшие 2 дня они будут ходить по адресам, куда давно не заглядывали специалисты газовой службы. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.